И сейчас для вас прозвучит отрывок из повести Чингиза Айтматова «Материнское поле». Для вас читает член Союза журналистов России, лауреат международных и всероссийских фестивалей и конкурсов, радиоведущая Татьяна Дубровина. Аплодисменты. Здравствуй, победа! Здравствуй! Мы так долго ждали тебя! Здравствуй, победа! Прости наши слезы, прости мою невесту Алиман за то, что билась на груди у Ашералы, тряся его за плечи, и спрашивала: где? Где мой косым? Прости нас, победа. Столько жертв мы принесли ради тебя. Прости нас. Прости нас, победа. Скажи мне, Мать-Земля, могут ли люди жить без войны? Ты задала трудный вопрос, Толганай. Были народы, бесследно исчезнувшие в войнах. Были города, сожженные огнем и засыпанные песками. Были века, когда я мечтала увидеть след человеческий. И всякий раз, когда люди затевали войны, я говорила им: остановитесь, не проливайте кровь. Я и сейчас повторяю: эй, люди, живущие на белом свете, эй, люди за морями и за горами, что вам нужно? Земли! Вот я, земля, не нужны мне ваши раздоры, мне нужна ваша дружба, ваш труд. Бросьте в землю одно зерно, я вам дам 100 зерен. Воткните прутик, я выращу чинару. Стройте дома, я буду стеной. Посадите сад, плодитесь, умножайтесь. Я для всех вас буду прекрасным жилище. Я бесконечна. Я безгранична. Я глубока и высока. Меня на всех вас хватит сполна. А ты спрашиваешь, Толганай, могут ли люди жить без войны? Это не от меня. Это от вас, от людей зависит, от вашей воли.